За всю историю рубрики «Друг семьи» нам удалось пристроить более 100 животных. Наши телезрители – люди добрые и отзывчивые. Ведь, что интересно, свой дом находили даже те звери, которые, казалось бы, своего хозяина не отыщут никогда. Беспородные, старые, лохматые – теперь многие из них живут счастливо. Но есть и те, кто все еще верит и ждет тот день, когда окажется не бездомным, а самым настоящим домашним. Сегодня о них. У вас есть свой дом? Скорее возьмите того, кто будет его охранять. Пока все эти пушистики совсем маленькие, им около 2 месяцев. Но сторожевые собаки быстро растут, и уже к осени щенята будут готовы отважно нести свою службу. В будке или вольере, например. Эти щенята появились в лесу. Родители – бродячие собаки, когда-то выброшенные на произвол недобросовестными хозяевами. Несмотря на такое дикое происхождение, будущие охранники абсолютно социализированы и дружелюбны. Кстати, как к другим животным, так и к детям. Понравились? Скорее звоните по номеру 8-982-138-44-04. Количество ограничено. Ищут дом не только маленькие собаки, но и уже взрослые. В принятии такой собаки в семью, кстати, есть масса плюсов. Вы получаете взрослое, уже воспитанное и ко всему приученное животное. Да, эта собака по имени Грета именно такая. Грете около 1,5 лет, полгода из которых она находится под опекой ковчега. Абсолютно здорова, стерилизована и привита от всех болячек. А еще Грета очень любит двигаться и играть, так что станет отличным компаньоном на охоте или рыбалке. Кстати, в содержании совсем непривередливо. Ест абсолютно все, жить может в будке или вольере. Для знакомства с Гретой звоните по номеру 8-902-814-46-30. И, пожалуй, самая нежная часть этого сюжета – очаровательная трехцветная девчонка. Имени у этой малютки нет, так что у вас есть возможность придумать его самостоятельно. Эта девчонка – самая настоящая леди, несмотря на свой крохотный возраст. Аккуратная, воспитанная, ласковая и немного трусливая. Ну, в самую меру. Этот котенок, в отличие от большинства наших героев, никогда не жил на улице и не знает человеческой жестокости. Так что их хозяина ищет самого доброго и чуткого. Скорее звоните по номеру 8-908-882-78-88. Говорят, что счастье не купишь, поэтому предлагаем вам взять его совершенно бесплатно.